Как установить SSL-сертификат на сайт или блог совершенно бесплатно? Здравствуйте, с вами Альфия Бекташева. И сегодня я хочу вам представить кейс, как установить SSL-сертификат на сайт или блог совершенно бесплатно. Что из себя представляет SSL-сертификат? Поисковые системы перестают доверять вашему сайту уже с 1 января 2017 года. В настоящее время безопасность персональных и платежных данных в интернете – это очень важный вопрос, как для владельцев сайтов, так и для пользователей, которые заказывают и оплачивают разного рода товары или услуги через интернет. В интернете такую безопасность обеспечивает передача данных по защищенному протоколу HTTPS. По умолчанию все сайты в интернете загружаются по протоколу HTTP, то есть протокол передачи гипертекста. Этот протокол не шифрует данные, и они могут быть перехвачены и впоследствии использованы третьими лицами. Это означает, что сайты такие получают черную метку от Google и сразу теряют позиции в выдаче Google, а также других поисковых систем. Естественно, такие сайты теряют доверие пользователей. Для установки протокола HTTPS на сайт необходим SSL-сертификат. SSL-сертификаты можно установить как платные, так и бесплатные. Основные отличия платного и бесплатного SSL-сертификата. Бесплатные SSL-сертификаты можно получить у поставщика хостинг-услуг. Вы можете один раз настроить, исправить ошибки на вашем сайте и забыть о том, что вы имеете какие-то недоразумения по данному вопросу. Естественно, платные сертификаты усматривают периодические платежи. И к тому же SSL-сертификат требует обязательно выделенный IP-адрес. Это тоже платная услуга с периодическими платежами. Бесплатный сертификат, естественно, никакой платы не требуется, никакого выделенного IP-адреса тоже не нужно. Его один раз только настраивается, а он один раз настраивается, исправляются ошибки, которые возникают в процессе установки, и можно уже спокойно работать дальше. И кейс разработан для сайтов, созданных на движке WordPress. Это могут быть личные сайты, блоги, а также могут быть лендинги, одностраничные сайты или страницы захвата, сайты-воронки и сайты-визитки. Это могут быть корпоративные имиджевые сайты малого или среднего бизнеса. Я не рекомендую приобретать данный кейс интернет-магазинам, форумам, порталам, а также сервисам и сайтам, которые созданы на других движках, на других CMS. Сейчас я покажу вам несколько примеров сайтов, где SSL-сертификаты установлены или не установлены и выдают ошибку. Ну, например, вот известный сервис соцпаблик выдают ошибку. Лаборатория кейсов, бизнес-кейсов. Явно видим, что сертификат установлен, есть HTTPS, однако выдают ошибки. Еще один сайт. Я точно знаю, что на данном сайте установлен SSL-сертификат, но также ошибки не устранены. Еще один сайт, где установлен SSL-сертификат, но ошибки не устранены. На данном сайте однозначно установлен SSL-сертификат, потому что есть уже аббревиатура HTTPS, однако нету зеленого замочка и сам HTTPS тоже серенький, то есть есть ошибки на данном сайте. Тоже сайт известного интернет-предпринимателя. Непонятно, установлен или нет, но, скорее всего, установлен, но с большими ошибками. Здесь однозначно установлен. Чтобы наглядно показать, что я действительно исправляла ошибки на своих сайтах, я вам покажу админ панели сайтов,
администратором которых я являюсь. Сейчас мы находимся на сайте profits24.ru в админ-панели и находимся на странице, на одной из страниц уже в другом браузере, где показывает, что действительно SSL-сертификат установлен, установлен правильно, то есть исправлены практически все ошибки. Еще один сайт, это сайт, сайт компании SnapTorq Service. Тоже мы видим зеленый замочек и зеленый HTTPS ufastest.com. Сейчас я вам покажу админ панель, что да, действительно, вот я являюсь администратором SnapTorq Service. Еще один сайт ufasnapTorq. Сайт ufasnapTorq. И его административная панель ufasnapTorq. Еще один мой сайт. Я инвестор. investfome.ru. Вот мы видим investfome.ru, тоже с зеленым значком HTTPS. Еще один мой сайт allleader.ru. Здесь тоже установлен SSL-сертификат бесплатный. И исправлены все ошибки. И вот заработок в интернете. Мы видим с вами allleader.ru. Данный кейс разработан на основе личного опыта по установке SSL-сертификата на движке WordPress на перечисленных мною сайтах. В данном кейсе я покажу вам наглядно, как установить SSL-сертификат на сайт или блог совершенно бесплатно. То есть вы получите видеоурок о том, как установить SSL-сертификат, который предоставляется вашим поставщиком услуг хостинга. Также вы получите наглядный видеоурок по настройке SSL-сертификата, потому что его еще нужно настроить. И нужно обязательно загрузить дополнительные файлы, которые предназначены для исправления ошибок, возникающих на сайте. Также нужно обязательно настроить внутри вашего блога, сделать исправления, откорректировать их. Даже после того, как вы настроите сайт, настроите в админ-панели ваш сайт, загрузите дополнительный файл, все равно возникают ошибки. Их очень много. Я настоятельно рекомендую вам установить SSL-сертификат на ваш сайт и исправить возникающие ошибки для того, чтобы вы могли поднять свои позиции вашего проекта в глазах поисковиков и обойти ваших конкурентов. Стоимость данного кейса символическая. И перейдя по ссылке, которая будет внизу данного видео, вы можете приобрести данный кейс за символическую плату. Я желаю вам успехов и процветания. Всего доброго, до свидания.